Вы говорили, что будете отслеживать ситуацию с полигоном Парфенова 2. Хотелось бы узнать, что там сейчас. Парфенова 2 ситуация следующая. Значит, там где-то в начале сентября состоялся Лефортовский суд. На Лефортовском суде прокуратура, которая обращалась с иском о закрытии полигона, получила отказ. Суд считает, что полигон функционирует правильно, и, насколько я даже знаю, предписал соответствующим контрольным органам выдать лицензию. Это уже третий суд. Да, сейчас вот я встречался с инициативной группой два дня назад, из Римаша приходили ко мне, мы с ней поговорили. Я планирую, после суда я позвонил в прокуратуру, позиция прокурора будет подаваться с апелляцией на вот это первое решение суда, потому что это было первое решение суда по закрытию полигона. Там еще другие суды были по отсутствию лицензии и так далее. Сейчас суд должен дать решение с мотивировочной частью, и тогда будем готовиться к апелляции. То есть прокуратура считает, что в этом процессе необходимо позвать участие, продолжать доказывать эту тему. Поэтому ситуация там сложная, в том плане, что есть возмущение людское, есть обоснованно возмущение. Есть не очень понятная ситуация с тем, что нам делать дальше. Закрыть этот полигон, а новый полигон не достроили. А сейчас туда возят? Возят на тот полигон, на который возили. То есть, который возили, на тот и возили. То есть ситуация... А в области как смотрят на все это? В области у нас закрытие данного полигона стоит, по-моему, 15-й год, если я не ошибаюсь. Но самое главное, что у нас нет внятного решения, пока не с областью, а что же делать дальше, не строить полигон. Даже если до 15-го года мы с этим полигоном промучаемся, но... Есть у нас по плану территориального развития место для строительства мусоперерабатывающего завода, но оно опять же не так далеко от Римаша, и опять же не так далеко от Парфенова, и, соответственно, там идет возмущение очень серьезно со стороны населения. Другого места пока нам найти не удается. Поэтому, время еще есть, точки зрения. Вопрос откладывается постепенно, да? Постепенно откладывается, до 15-го года. Есть время, которое область придет на закрытие, но не значит, что так оно и будет, потому что с точки зрения требований прокуратуры, населения, и мы как совет, мы на совете встречались, обсуждали эту тему, и мы поддерживаем позицию населения, потому что считаем, что этот полигон, который выработал все нормативные запасы, которые там возможны были, да. Вот сейчас, как это дело перешло в суд, то уже мы вышли из темы, скажем так, митингов, обсуждений, обращений в прокуратуру и так далее. Сейчас мы ждем решения суда, но при этом позицию населения я еще с прокурором буду встречаться, я доведу позицию населения, мы будем как-то обсуждать. Что инициативная группа хотела с ними встретиться, они хотели выступать уже третьим лицом в этом суде, посмотрим, как это все. А Роспотребнадзор не остановил? Дело какие-то еще? Они считают, что это все незаконно, есть у них основания, потому что когда это уже вышло в судебную инстанцию, в судебную процедуру, то сейчас уже нет у них оснований проводить закрытие и так далее.